Друзья, всем привет. Что? Пошли гулять. Идем. Идем пройдемся. Семечек. Семик. Привет, кот. Собакин своим хвостом машет. Руку подбивает. Сема за ухо грызет. Семик. Кисюня. Идешь с нами? То что такое? Пошли. Пойдем прогуляемся. Вон сын побежал. Чуть-чуть. Правильно, когтики надо поточить. Ну-ка. Как там лапища, дай бог. Так, все это дело подсохло. Сейчас мы это дело все будем поливать. О, слышите, кукушка кукует. Она как меня услышала, заглохла сразу. О, что вы, собакин? Мы с Тамарой ходим парой. Да? Маня сидит, а Рудик сзади подкрался. Привет. Вот так. Видели? Щелбан. Получил? Щелбан. Получил. Ну, хвостяк какой. Немножко жара спала. Сегодня была жара. Вот это когда в парке снимал. Ну, прям так. Особенно на солнце припекало основательно. Манюня. Как дела? Хорошо. Ты моя кисюня. Моя ты кися. Какие все вот эти животные классные в парке. Они все-таки там маленькие, все-таки няшные. Надо будет выбрать время. И не знаю, ну через пару-тройку дней надо будет взять, купить яблочек немножко, морковки и съездить покормить их. Эта ветка опустилась с абрикосами. Вот они, видите, какие. И головой черкаешь, срываешь плоды. Дай бог еще абрикосов покушаем. Вот он, наша шикарная походка. Кто там, собакин? Или ты просто так? Нигде никого не видать. Не, хотя так они идут. Да, сейчас прохладненько, аж хорошо. Ага, Маша. Никак. Это сделали такой затышек для растений. Для того, чтобы закалить их немножко. Накинули сверху затеняющую сетку. Накинули, накинула. Так будет точнее. Чтоб коты не потревожили. Вот эти вот. И, конечно, чтоб ничего их... То же самое и солнце не припекло. И на ночь оставим. Пусть оно... Пусть закаляется наше растение. И пошел, и пошел. Как боссман идет. Подходишь к озеру. Вон какие-то птицы летают. А вот, а, скворцы. Подходишь к озеру, возле озера теплее. Водичка прогревается с утра, верхний слой. С утра. Сверху. Господи, путаю слова. Верхний слой воды прогревается и становится теплее здесь. Здесь у нас, как всегда, порядочек. Я убрал, закрыл собакина. Соседи на огороде занимаются, вернее, здесь на берегу занимаются там прополочкой. Мама вышла. Соседа тоже женщина в возрасте. Поэтому пришлось закрыть. Тут еще кошечка их не гуляет вместе с ними. И дабы чего не вышло, он-то собакин своих кошек знает и котов. А как он к чужим отнесется, мне сложно предугадать. Поэтому, дабы чего не вышло, я его закрыл. Продолжается здесь у нас
терка карася. Уточки плавают. На берегу, как всегда, ляпота. Вот, как это говорят, голова моя дырявая, забыл хлеб. Ну, лебедь, извини, забыл. А, вот это видно, что это самец. У него такое серьезное выражение морды. А галисники едят то же самое. О, вечерок какой классный. Я смотрю, небо какое-то, видите, темное. Такое ощущение, что где-то что-то горит. Ну, надеюсь, службы, которые за это отвечают, справятся с этим. Им большой, как говорится, почет и уважение. МЧСники, молодцы. Как они борются с этим совсем. Уплыл лебедь во свояси. Да, звуки обалденные. Попросили записать соловья обязательно. Если как-то пораньше проснусь, запишу обязательно. Мне самому нравится, как он трель соловья. Солнышко вот-вот скроется за горизонт. Пойдем собаку успокоим. Поболтал немножко с соседкой. Хорошая женщина. В возрасте, ну такая вот, располагает к общению. А ты откорел, да? Я ж тебе закрывал кирпичом. Что? Пойдем. Сидит. Уже как, ну, возраст ногами не очень. Но все равно сидит на табуреточке с тяпкой. Занимается какими-то полезными делами. Кто-то где-то что-то пилит. Вижу рыжего. Сейчас ближе подойдем. Клубнику вчера так залили. Аж до сих пор влажная. Это хорошо. Сегодня поливать не надо. А лучок какой красавец. Смотрите. Он тоже начал дудки выбрасывать. Убираем. Это лучок у нас для зелени. Там на яишенку порезать. В окрошечку там. Ну такие вот. Борщик, супчик, свеженький лучок с огорода. Это ж сказка. А вот он рыжий сидит. Кисуля. Ты моя кися. Только что так гонял за этой, за кошкой какой-то. А сейчас сидит, залипает. Что? Жара спала? Хорошо. Ага. Ладно, друзья мои. Пойдем мы в дом. Еще раз вернусь к утренним поздравлениям всех, кто отмечает этот старый праздник былых времен. Еще раз их поздравляю, потому что как ни крути, еще теплые воспоминания об этом. Только я акцентирую внимание, никакой политики. Исключительно те события, которые происходили среди нас. Все, друзья, всем всего самого хорошего, всем мира добра, всем огромное спасибо, Артем, тебе привет, остаемся на связи, всем пока.